Признайтесь, часто ли у вас бывает такая ситуация на Рамадан? В течение дня вы сильно проголодались, а потому на ифтар готовите обильную и изысканную еду. Вот только этой еды хватит не только на ифтар, но еще и на сухур. А в обычные дни осталось бы еще и на завтрак и на обед. Наверняка каждый из вас замечал, что когда он отправляется в магазин что-нибудь купить, покушать к ифтару, в его корзине оказывается много того, чего он и не собирался приобрести. Потом это все лежит долгое время в холодильнике, пока не испортится и не окажется в мусорном баке. С вами братья по разуму. Ассаляму алейкум. Современные люди давно уже перешли все рамки расточительства, особенно в том, что касается еды и питья. Если бы мы умерили свои запросы и отказались от столь чудовищных растрат, то на земле практически не осталось бы голодных и нуждающихся. Люди, утратив способность контролировать свои потребности, приобретают столько продуктов, сколько не в состоянии употребить. И как следствие, все это оказывается в мусорке. И это в то время, как вокруг нас есть огромное количество тех, кто не может добыть даже самого необходимого. Умеренность и сдержанность – это два главных качества верующего, которые должны проявляться во всех сферах его жизни, в том числе в употреблении пищи. Всевышний запретил нам чрезмерную трату и расходование того, чем он нас наделяет. Это вредно как для самого человека, так и для всей планеты. Об исрафе, расточительстве, в Коране сказано: «Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих». Как-то бывший глава управления по делам религии Турции Мехмет Гюрмез хорошо подметил, что праздник ифтара не должен превращаться в праздник исрафа, как это часто происходит в последнее время. Каждый мусульманин должен постараться изменять себя в течение месяца, пройти это испытание – большое счастье. Трапеза ифтара не должна превращаться в исраф, отметил Гюрмез. Еще бы, по статистике, в Рамадан в мусульманских странах траты на еду увеличиваются местами втрое. За некоторое время до захода солнца повсеместно организовываются массовые ифтары, где собираются все желающие мусульмане. Тем не менее, в той же Саудовской Аравии все больше звучат критические замечания в отношении таких обильных трапез. Причина очевидна. Большое количество пищи просто не съедается и после ифтара выкидывается в мусорные баки до 60% и более. Такая же ситуация во многих других странах, даже бедных. По словам эколога Мухаммада Карама, выбрасывание одного яблока сводит на нет 70 литров воды, которая была затрачена на выращивание этого фрукта. По данным ООН, 33% производимых в мире продуктов питания в итоге портится и превращается в отходы. В одних только Объединенных Арабских Эмиратах ежегодно идет на выброс более 3 миллионов тонн еды. Около 30-40% мусора в Эмиратах составляют продукты питания. Эта цифра достигает 55% в месяц Рамадан. По сути, это преступная халатность по отношению к благам Всевышнего, ведь в мире голодает более 800 миллионов человек. Причем эта проблема актуальна не только для Рамадана и не только для мусульманских стран. У нас также ее не могут решить даже на государственном уровне. Помните историю, когда начали уничтожать санкционные товары в 2015 году? Россельхознадзор только за одну неделю уничтожил 198 тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Тогда многие граждане возмущались таким поступком чиновников, ведь в России есть миллионы нуждающихся и бедных, для которых эти продукты могли быть подспорьем. Справедливости ради нужно отметить, что в некоторых мусульманских странах научились с выявленным контрафактом обращаться в соответствии со здравым смыслом и духом религии. Недавно правоохранительные и надзорные органы Эмиратов произвели рейды по выявлению контрафактной продукции. Эти специальные службы конфисковали 500 тысяч предметов одежды, обуви, косметики, техники и продуктов питания. Товары приемлемого качества и безопасные для пользования, а именно 885 предметов дизайнерской одежды и 780 пар обуви были переданы в благотворительный фонд для раздачи малоимущим в Эмирате
Эмираты Абу-Даби, и только негодные ни для чего товары были уничтожены. Что еще можно сделать, чтобы избежать исрафа? Рецептов много. Например, можно поступить так, как это сделал я и еще несколько братьев пару лет назад. Мы собрали еду и навестили соседей, угостив их вкусными блюдами. У нас праздник, месяц Рамадан, может, вы слышали? Да, конечно. Да, и мы решили поздравить вас с праздником. Да. Это вам. Спасибо. Угощайтесь, чаю там. Да, спасибо. А вот еще несколько лайфхаков, которые окажутся полезными в месяц Рамадан и помогут избежать расточительства. Эксклюзивно от Расула. Во-первых, покупайте и готовьте ровно столько, сколько сможете употребить в пищу. Заранее планируйте свое меню и составляйте список продуктов. Совершайте только необходимые и осознанные покупки. Не стоит выкидывать остатки еды в помойку и другие нечистые места, потому что это неправильное обращение с едой и проявление неблагодарности Всевышнему. Если у продуктов питания закончился срок годности, не спешите их выкидывать. Отдайте на корм животным. Например, семена отлично подойдут птицам. Третье. Не забывайте об умеренности в еде, что тоже является хорошим предотвращением исрафа. Сунной является ограничивать порцию еды так, чтобы было достаточно для пополнения сил и хорошего самочувствия. И последнее. Не ходите в супермаркет перед ифтаром на пустой желудок. Ученые в очередной раз доказали, что голодный человек покупает в несколько раз больше вредной и быстрой еды, чем тот, который поел. Берегите себя и свое здоровье. Приятного и благословенного вам ифтара! С вами были братья по разуму. Ассаляму алейкум.